Вы как раз упомянули перед эфиром, мы коротко обменялись информацией, что ездили в отпуск. Угу. А с кем остаются звери-то все, когда? Или у вас есть прислуга? Нет, у нас друзья приходят, у нас бабушки. Потом мы дня 2-3 попросили, у нас соседи хорошие тоже посмотрели. Угу. Ну там, в общем, не такая процедура-то не обременительная. Это угу. менять надо раз в неделю. Но мы мечтаем, когда они передохнут наконец, потому что сил никаких нет, дети в них не играют. Если мы играть начнем, значит, мы рехнулись. Единственное, кормежка пустая получается. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».